Джейко, главное не забывать, кто с ним боксирует. И ни в коем случае не открывать голову. Вот так! И очень красивый. Срубил! Наповал! Вот что мы называем тотальный нокаут в нашем бойцовском клубе на канале Евроспорт. С вами был Станислав Голованов. До новых встреч! Всего вам доброго! Я имею в виду, конечно же, представителя Марокко. Конечно, все-таки Юсуки Фудзимото тоже стрельный воробей. Опытный, вот, посмотрите. И тоже прорывается в клинч. Ой-ой-ой! Да нет, нет, смотрите, этого. Удар колена. Юсуки Фудзимото отходит на дистанцию, открывает рукой. Убрал. Еще чуть повело японца вправо. И как раз он на эту самую левую ногу и прилетел к марокканцу. От колена закрылся, очень, а здесь руки очень, опускают. Очень здорово. Действительно, потерял равновесие Юсуки Фудзимото. Главное Алистеру сейчас не раскрыться, не прозевать. Немного не достал. Могучую шею пришелся удар. Получилось это падение. Другая рука. Хари из Марокко. Прекрасная страна. И вот справа попадает. Да. Длинный прямой. Боксеру. Профессионалу. Ну, имеется в виду классический бокс. Тиммерман идет вперед. Но пока ударить не может. И идет. Так же, как... Все! Это... Если со мной это видели. Если кто-то вам скажет, что такого не было, вы сможете возразить. Да. Это K1. Вот она, квинтэссенция этого спорта. Кто-то скажет, это... Не... Столкнул Харри Руслана, и руки высоко, слева, джеб, и апперкот справа, я думаю, без движения. Ну как же так, на встречный справа нарваться. Ай, Русика. Был же собран Харри, было видно, что он заряжен уже, взгляд у него. Not giving him a chance to even get out of there. You've got to give credit to Badahari. The guy has come so long over such a short time. He really has reignited full personality into K1. The personality that formerly Ray Sefo is responsible for going back around 8-9 years ago. Я немного ввел ваше заблуждение, несмотря на то, что это титульный бой, там 3 раунда всего отмерено, но ничего страшного, мы продолжаем. Бадр Харри продолжает избивать своего соперника и очередь. Харри. Да, как будто не вошел в этот поединок Сэмми Шилд, и очень точный удар в челюсть повергает голландского великана, голландского небоскреба, как его еще называют, на пол. Вот так бывает, дорогие друзья, когда само представление бойцов и само шоу... Кстати, Харри раздался. Да, прибавил он. Прибавил в весе. Мускулатура такая развитая. И удар солнечное сплетение. Дотянулся справа. Нашел брешь. Даже, знаете, можно... Бадарри в воду, или ганчо ларго ди Азинскату. Ста преparandosi a spiccare il volo, Бадарри. Рикачат индетро ди Азинс.
Ginocchiata di Badarri, di nuovo un'altra ginocchiata, questa volta col... ...promossi dai membri della FIS, la Federazione Italiana Savate Thai Box, devo dire, lui chiamava Chakuriki Style, lo stile dei Chakuriki. Un nome da lui totalmente inventato, ma che è diventato... in... ...fare e тут же... ...его уже не оттащить. Он четко держит дистанцию и успевает пробить защиту. И сбоку вонзает. Бадр Хари подтверждает. Бадр Хари подтверждает. Продержаться первый раунд. Ну, сейчас есть большие проблемы. Да, есть вот как раз с этим большие проблемы. Более он зачем-то кидается вперед. И опять снизу апперкот. Не отошел, да, от первого нокдауна. Ну, здесь опять все то же самое. Показал, что будет бить прямой. Закрылся Саки и тут же пропустил снизу. Серьезное, на мой взгляд, потрясение. И вновь Руслан бросается в атаку. И нарывается. Над чем задуматься, о чем хорошенько посоветоваться со своим тренером. Потому что с Бадром Хари все время... Какие-то накладки возникают. И вот здесь пропустить в разрез справа, это, конечно, было очень не кстати в самом первом раунде. И опять же таки, в пользу очень сильного удара Бадра Хари говорит его победа над Сэмми Шилтом, нокаутом, если кто-то видел этот поединок. Если нет, обязательно посмотрите на YouTube очередную победу. Да, может быть, тут и пришелся удар по затылку, но, тем не менее, не виноват в этом был марокканец. Пытался уйти от этого удара Синистра, и в результате так получилось, что Да кто быстрее упадет, хотел в виду. Он бросается, посмотри, отступает как-то, что? Ну, конечно, не дело такие бои проводить. И самое смешное, не отсчитывает даже. Не отсчитывает нокдаун рефери, ну, видимо... Давай просто поговорим о Бадре. Как тебе возвращение? Вот честно. Давай просто поговорим о Бадре. Как тебе возвращение? Вот честно. С хорошими такими последствиями. Включается. Оба поняли, сейчас он в руках. У них оружие, да? Левый, правый. Правый прямой, да, правый прямой. Правый прямой. Здесь мы устоять ты не смог, друг, извини. И не сказать, что поскользнулся. Бах! Ну а как ты хотел, дорогой? Не, ну здесь Бадр молодец. Бадр вышел, кстати, по кондициям готовый очень. Айрц, потому что гудит целиком и голова, и тело его, словно колокол после этих пронзительных ударов. Апперкот, который потрясает все естество голландца. Айрц, потому что гудит целиком и голова, и тело его, словно колокол после этих пронзительных ударов. Апперкот, который потрясает все естество. Oh, het is klets. Nee, hij moet te veel is achteruit. Het is een kwestie van tijd, ja. Die zat er helemaal, nee. Echt niet. Nee. Binnenwaartse low kick. Nee, dus kijk, dit is een arm. Hij voelt gewoon dat hij totaal geen vat op hem krijgt. En dan, ja, dan ben je gebroken. Dat,